на конкурс labyrinth.ru. Дети читают стихи. Савлюкова Даша. Зоя Александрова, салют весне. Ударил гром 12 раз и замер в стороне. Природа отдала приказ салютовать весне. Приказ черемухи цвести, крапивы быть не злой, дождю дорожки подмести серебряной метлой, чтоб каждый кустик был привуч, к сентицам звонче петь, а солнцу выйти и заточу веселее греть.